сегодня записываем интервью с рабочим Андреем Хвостанцевым. Мы находимся в городе Кургане на центральной площади. Начнем с того, где вы работали. Вообще у меня строительное образование, среднеспециальное. Я начинал работать на стройке после армии. Потом там стали мало платить, меньше. И пошел на железную дорогу. Это было престижно в то время. Вот. Но потом и там я взял ипотеку, у меня родились дети. Денег не хватало, пошел снова на стройку. Там платили больше. И потом случился кризис. Строек у нас в городе практически не осталось. Вот. Какие остались, они везде неофициальное трудоустройство. Нет никакого соцпакета. Вот. Сейчас я пытаюсь освоить профессию наладчик станков с ЧПУ. Потому что перспектива такая, что здоровье больше не становится, особенно на стройке. Вот. Дети еще маленькие, надо их вкладываться в их будущее, в развитие. Там. Через 10 лет надо будет там в институт устраивать там, или как-то учить. Мне на стройке не хватит здоровья работать просто и все. И поэтому я стал искать выход какой-то из этой ситуации. Вот. Предприятия, на которых вы работали, это крупные предприятия? Вот это вот стройкой, это крупные фирмы занимаются? Ну, я начинал работать, самое крупное предприятие было СМП 752. То есть это от железной дороги организация. Вот. Ее потом в середине 2000-х годов, то есть развалили, сделали организацию СМП-2. Все заказы поступали туда. В том плане, что трудовые коллективы там большие, и можно ли на таких предприятиях ожидать какой-то коллективных действий рабочих? Могут они там сорганизоваться? Или они там сильно разрознены? Как это происходит? Но сейчас этого предприятия уже нет, таких больших. Я потом работал в локомотивном депо. Такое самое крупное предприятие, на котором я работал 6 лет. Вот. Я с 2012 года я снова ушел на стройку. Но на стройке коллектив это сейчас очень несплоченный, скажем так. Там большая текучка кадров, наверное, да? Ну да, на стройке, конечно, там нет таких постоянных. И нет, сейчас уже нет вообще официального трудоустройства. Вот я работал каменщиком. Что за объекты вы строили? Жилые дома. А иностранных работников, то есть трудовых мигрантов там много на стройке? У нас их немного. У нас в городе вообще мигрантов мало, потому что и денег мало в городе. В Тюмени, говорят, их много, да. И наши рабочие едут в Тюмень. То есть из нашего города многие уезжают в Тюмень, там близлежащие города. А сейчас вы где-то работаете? Нет, сейчас я безработный. Я учусь, заканчиваю курсы наладчик станков с ЧПУ. Но это тоже не гарантирует никакого трудоустройства. Нам сказали, что никто нас устраивать не будет. Угу. А учеба платная еще, наверное, да? Я учусь платно. Я просто не знаю. Научить, взять деньги. Нет, в основном у нас было 13 человек в группе, 10 человек учились от центра занятости. То есть они учились бесплатно, как бы. Uh-huh. Вот. А вы через центр занятости? Нет, я не знал просто про это. Когда я позвонил, уже началось обучение. Я решил не дожидаться следующих курсов. А много стоит такое обучение? 12 500. И кто вы по выпуску? Сколько длится обучение и кто по выпуску вы получаетесь? Наладчик. То есть наладчик выбирает инструмент, там
То есть подготавливая станок к работе. Угу. И, ну и управляет им потом. Да? Не, ну, а управляет оператор. Больше-то оператор. Это уже ниже квалификация считается. Вот. Он просто меняет деталь, проверяет размер, снимает. Ну, обучение длится 2,5 месяца. Конечно, это такое, как сказать, больше формальность и практика формальность с нами там. Ну, почему? То есть вы не чувствуете, что вы станете действительно, получите какое-то знание и опыт? Ну, если только заниматься самообразованием, ну, я так и хочу сделать. То есть это возможно. А как это самообразование? Ну, то есть скачать симулятор, на компьютере заниматься. То есть вы проходите практику на курган-приборе, правильно? Да. То есть, а там вероятность устроиться нет? Сейчас у них очень мало заказов. По сравнению даже вот года два назад, говорят, было гораздо больше работы, зарплата была выше. Сейчас вряд ли получится. Ну, хотя, когда я еще проходил обучение в техникуме, ну, теорию изучали, к нам приходили с завода «Корвет», приглашали на работу к себе. Из другого еще завода «Сибтехцентр». На какую зарплату вы можете рассчитывать? Вот, ну, как бы средняя зарплата вот такой профессии? 30 тысяч рублей. Для нашего города это хорошая зарплата. Считается. Конечно, это недостаточно. А как вообще по зарплаты рабочих в Кургане? Как вы можете прокурить? 30 тысяч рублей – это прекрасная зарплата. И у большинства меньше, так? Конечно, меньше. Ну, а средняя, как бы так, обычная зарплата рабочего? Ну, средняя, ну, наверное, это 20 тысяч рабочего. А вы знаете, не знаете ситуацию на крупных предприятиях города, на заводах, фабриках, в Кургане? Не знаю. Как, вот имеется в виду, есть ли какая-то организованная активность рабочих по отстаиванию своих прав? Какие-то трудовые конфликты? Ну вот сегодня я на практике, когда был, я разговаривал там с рабочими и пытался там агитировать. Вот. И, ну, он мне сказал, что мы пытались организовать забастовку один раз. Зачинщиков всех уволили. Вот так. Ну, это, конечно, искусство организовывать забастовку. Ну, конечно, да. Это нужно грамотно организовывать. И конечно. Если все правильно сделать, то и выступать всем коллективом, а не отдельным выскочкам, то... Ну, причем многие понимают, что... Ниже гораздо. Да, многие понимают, что дальше будет хуже. Согласны со мной, я там разговаривал с несколькими людьми, что дальше будет хуже. А были разговоры о проекте пенсионной реформы, которую сейчас продвигает правительство? Что люди говорят, рабочие, что говорят? Ну, они не надеются дожить до пенсионного возраста. Ага. Просто не надеются. Ну, как они? Я не понимаю, на что они надеются. Не надеются дожить и поэтому ничего не делают в этом плане. Ну, то есть вот сейчас даже был митинг, организованный профсоюзами ФНПР. Да. Ну, можно было там, в принципе, поприсутствовать все равно. Честно говоря, я сам этого понять не могу, почему так люди. Я думаю, что просто... Хотя бы просто, чтобы найти друг друга, найти каких-то активных людей. Не знаю, ну, видимо, еще не задумываются, что это когда-то станет необходимым для них. Как вы думаете, удастся вам найти в Кургане еще каких-то сторонников? Да, я думаю, что удастся. Организоваться, местную организацию. Да, да. Ну, не знаю, как насчет организации. У меня никогда опыта не было такого, чтобы организовывать. Я не работал ни бригадиром никогда. То есть, ну, агитирую, как могу, и люди соглашаются. Как вы скажете, что можно все-таки... Что рабочие могут противопоставить этой пенсионной реформе? Только конструктивные действия, вот, которые предлагает Рабочая партия России, какие-то. Только организация профсоюзов, а что еще можно? Я не знаю.
забастовки. Забастовки, да. Да, рабочая партия России предлагает сокращение рабочего дня до 6 часов как механизм. Вот в том числе это увеличит продолжительность жизни рабочих. И даже если увеличит пенсионный возраст, то рабочие, работая не 8-часовой рабочий день, а 6-часовой рабочий день, они просто будут гораздо более здоровыми доживать до этого возраста. Естественно, да, конечно. Но на той работе я работал на заводе по производству нефтегазового оборудования, емкостей, некоторое время назад. Там до 60 нереально доработать. Просто там надо поднимать тяжести, конечно, там постоянно работа, сбор машиной, то есть это вибрация, вынужденная рабочая поза, там все. Ну, на больших предприятиях я уже давно не работал, но вот на этом же заводе «Ремстроймаш» там были попытки организовать забастовку, но там было полное прекращение работы. Было такое несколько раз, но ни к чему не привело это. То есть через некоторое время все возвращалось. А вот в этом плане как раз лучше не полностью останавливать работу, а сокращать рабочий день на 2 часа, а 6 работать. И в таком режиме забастовка может длиться, по сути, бесконечно. Законом продолжительность забастовки не ограничивается. И поэтому рабочий коллектив вообще может не выходить из состояния забастовки и просто перейти к 6-часовому рабочему дню. А работодатель уже там, пусть он... Я думаю, что надо доносить просто информацию, стараться, и чтобы это все знали, как действовать. Это сейчас самое главное, потому что люди не знают, как действовать, и все. Только из-за этого нет никаких... Распространять эту информацию. Да, да. Обучающие материалы, которые предоставляет фонд Рабочей Академии, и найдутся сторонники в Кургане. Спасибо, удачи вам с поиском работы. Спасибо. Когда закончите обучение. Спасибо.